Всем привет! Сегодня видео о том, как в такую вот магнитолу, штатную Volkswagen, внедрить Bluetooth модуль. Вот. Приобрел на AliExpress вот такой Bluetooth модуль. Ссылку на него не дам, потому что это было уже давно. Я думаю, если воспользоваться поиском, то нечто подобное найдете. Данная магнитола RCD-220, по-моему, точно не помню, но неважно. Она имеет только AUX, флешки, USB и SD. Значит, будем подключаться к AUX, чтобы при помощи AUX, вернее, при выборе в меню AUX, играл вот этот Bluetooth модуль. Музыка через этот Bluetooth модуль. Питание мы будем брать с USB разъема. Сейчас, значит, разберем. Чтобы разобрать магнитолу, нужна отверточка T20 Torx. Значит, вот так выглядит разобранная магнитола. Вот здесь мы будем брать питание USB. Вот здесь звуковой сигнал будем подавать. Сейчас я все припаяю и покажу вам. Вот, подготовил Bluetooth модуль. Провода. Сейчас будем подключать его, припаивать к магнитоле. Так, значит, питание подсадил, плюс оранжевый, минус белый. Подсадил аудио разъем, значит, левый, земля, правая. И вот здесь два контакта надо закоротить, чтобы магнитола, ну, как бы видела, что AUX вставлен разъем, это 3,5. Сейчас собираем в обратной последовательности и ставим на автомобиль. Так, ну что, установили магнитолу на место. Значит, как выбрать Bluetooth? Выбираем источник медиа. Есть CD, есть SD, есть AUX. Вот у нас подключено к AUX. Значит, на телефоне подключаем. Так, где-то Bluetooth устройство. Вот BT50 Audio. Подключаемся к нему. Все, подключено, пишется. Вот, играет через магнитолу. Телефон без проводов. Переключаем треки. Короче, все работает.